Все, я буду в школьном автобусе, если что этот мудак придет сюда, я такой за руль сяду и повезу его в школу, он тогда точно сюда не придет. Я сижу, отъебался! Итак, собственно, здоров, народ, это значит Вик, да? Я все-таки, мы что-то назойливые, слишком пишите мне в этот, как его зовут, вы ВКонтакте, да? Пишите мне, типа, поиграй, это вообще зачетная игра. Ну, я играл в нее, делал монтаж, ну и что, кал морской, ну окей. Давайте попробую тут в Москве. А, че нахуй? О, мне даже будь здоров кричат. Стоп, я один в квартире. Блять, я один в квартире. Кто мне кричит? Все, насрать, я не хочу это читать, отъебитесь. Так, сейчас, короче, я буду проходить эту херню. Да, блядь, насрать мне на этих подростков. Тинейджер, да. Медник. Чё за мешок я себе снял? Ёпты. Точно, тут же это. Stay in the light. Ну, я теперь петь не буду. Ты же... Хоррорное атмосферное прохождение. Don't think, run. Ладно, как скажете, думать не буду, я буду бегать от этого анонимуса. Анонимуса. Чё за печка? А, вон, да, тут точно, тут эта печка. Да, блять, пройти. Тут этот, маска анонимуса, Гая Фокса, да? Нахер мы ее. Заткни ебало. Окей. Так, и мне нужно найти свечечки. Да, свечечки. Свечечки. Они как так мигают еще и в темноте. Так, и вот. А, блять! Сука! Чтоб тебя, блять, собаки нахуй в этом. Подворотни выебали. Ёбаные скримеры. Чтоб вас... Не... А! Ебать! Сука. Ой. Ой. Ой, моё сердечко прихватило. Ой. Беру свои слова обратно. Эта игра пугает только ссаными скримеры. Блять. Приехали. Нахуй иди! Нахуй иди, сказал! Нахуй иди! Иди нахуй! А! Сука, беги! Сука, беги! Ой, какую-то обоссанную свечечку. Такой, это обоссанная свечечка меня спасет, да? Как она так... Ты, беги, 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 я тебя прошу, ну просто так... А, я сейчас руки обожгу! А, бля! Свечка, свечка, свечечка, бери, блядь! Да, сука, зажигай, блядь, нет, ему надо встать. Обо что он там зажигает эту свечку обоссанную? Писюн свой? Только чик, отъебись! Блядь, сука, пердит мне там. Попутного ветра, я тебе в зраку! Отъебись! Отъебись, малой, малой, отъебись! Отъебись, блядь! По моему красивому лицу ебал, сука, мудак. Именно поэтому я не хотел в эту херню играть. Потому что, сука, наш главный персонаж выдыхается за три... А, или это я просто сам мудак, потому что я бегаю постоянно. Ай, и что-то зубы. Так. О, виселица, ура! Там, блядь, мне не выбраться из этой игры. Говнатый кусок. Ладно, проживу одну ночку, попробую, потому что это невозможно. Ну что это за пиздюк за мной бегает? Вон. Так, буду идти тогда на свечки. А, ветерок падал, о, эмбиент, ууу. Бля. Блять, кто-то в кустах срет, не знаю. Не знаю, наш герой выдыхается за секунды
секунд за 5, как будто, не знаю, наркоман спидозный и... Кто там Шептунов пускает? Вот как будто наш герой главный спидозный наркоман. А-а-а, сука! Блять. Пиздец, блять, школьный автобус. Школьник, иди нахуй отсюда. И пресс-еф тут транслятор. Все, я буду в школьном автобусе, если что, этот мудак. Бля, чё за пердёж, Тим? Если что, этот, о, наблевал кто-то, ну вот. Если что, этот мудак придет сюда, я такой за руль сяду и повезу его в школу. Он тогда точно сюда не при... Хуя сижу. Дэвид, блин, ёб... Отъебался! Все, я понял, теперь надо бежать. Теперь надо бежать! Все, просто отъебался от меня, малой. Отъебался. Беги. Заебал. Беги, блядь! Ой. Ой, мои подмышки, они вспотели все. Ветер падут, блядский. Куда ползти? Куда идти? Рыгает там, сидит, блядь. Малой. Дайте свечку. Да нахуй мне ваш шмебзайчик. Поебайчик. Ну, бери, бери, заебал. Нет, ему надо нахер потушить сначала эту обу. Ой, поебай. Иди нахуй. Баня. Чё, какая баня? Банька, парилка. Это как этот трек МС Похор. Так этот, блять, я помню этот ссаный мост. Этот мудак телепортировал меня на этот мост. Я видел Sony Vegas. И меня убил тут. Да твою мать. Смотри, чай спрыгнет этот хуйлан. Гандон ебучий этот. Где свечка? Почему мне не положили свечку? Свечку в студию! Бля! Сука! Отъебись! Хочу печки-печурки! Отъебись просто, малой! Отъебись! Отъебись, блять, опять выдохся, сука! Так, мне нужна свечка! Свечку подгоните мне! Подгоните! Отъебался! Отъебался просто, малой! Съебись! Съебись, блять, в пень! Репенник. Да заебал, кидай. А, блядь! Беги, беги на... А, беги, заебал, беги. Блядь. Ты, Буратино, ёбаный, положил меня обратно. Ну, сука, ну что за пиздец, блядь? Поэтому я и не хочу в эту хуйту играть. Собрали какого-то ёбаного зайчика, какую-то маску в анонимусы, и все. Окей, я попробую, конечно, еще раз. Так. Так. Так, короче, это Midnight же, да? Я помню, там какая-то песенка была... О, блядь, микрофон упал, извините. Там была песенка какая-то охуительная такая. Midnight, та-та-ра-ран. А-та-та-та-та-дан. Чё-то там, бля, не помню я ни хера. Вообще не знаю, что это за... Откуда я придумал это? Ёп-моё. Блять. Я не могу в это играть, понимаете? Эта игра — это психическая... Психический кал это. Бля. Играть опасно, комментировать... Да что за пердёж тут каждый раз? Блять, я прожить нормально не могу из-за... Какой-то пиздюк поднимает, не знаю, 70-килограммового мужика просто. А, подростка, ну ладно, где-то, не знаю, 50. Какой-то тоненький, блять, Буратино. Как он не сломался? Папа Карло, папа Карло, где ты? Расхерачи его, пожалуйста. О! Вот эта штучка мне по душе. Да куда, блядь, зажег, мудак? Кап конченый. Да как-то трансфент лайт этот, блядь. Пиздец, он с одной свечки не может на другую. Да? Блядь, Филиппин, иди отсюда. Блядь, из GTA приперся сюда. Скипал.
сказал. Если кто-то сейчас подойдет, я просто 360 ноускоуп с этого, МСР. Я его всегда в штанах ношу. МСР такая, снайперская винтовка из Call of Duty. Просто... Да нахуй иди! Ну заебал меня этот пиздюк, ну это невозможно так играть. Пиздолочь. Во-во, найс. Че, короче, это сюда бросить? Во, и вот так вот стоять тут. Я же Staying Light, да? Блин. Ну и чё? Так, главное не провалиться в эту дырку, как в прошлый раз. Чтобы этот мудак меня не телепортировал сюда потом. Блин. А, он за моей спиной просто, скример появился. Хорошо, что я не увидел. Ты радик какой-то в сети. Твою ж дивизию. Разработчики этой игры, пошли вы нахер, козлы. Колокольчик обоссанный, чтоб вас драли петухи в курятнике. Что я несу? Я уже от этой... Блять, эта игра обезумела. Что? Какого хуя ты меня телепортировал, малой, блять? Чё тебя в печку эту псаную посажу, будешь там, блядь, хихикать, хахакать. Дайте, подгоните новую звечку. Да не ты, блядь, ты, нахуй мне ты это нужен. Тебя не хватало, рыгун, блядь, сидит там. Блядь. Как эту игру вообще прошли-то, нахуй? Блядь, мне писали, надо бегать от этого хера... Вот ебись! Ну как тут бегать, он, блядь, устает за 3 секунды. Отъебись, блядь, в натуре отъебись. Я просто тебя прошу, блядь. Пиздец, малой, отстань. Малой, отстань. Малой, отстань. Малой. Малой, блядь! Все, я же сейчас... У меня не фир, не фир. Фир-то не идет, да? О-хо-хо. Свечечка, бери, блядь! Съебал. О, вот это и затушил, блядь. Ну да, а что ему еще делать-то? Так. Окей, пока держимся. Держимся. Ебать ты, блядь, спринтер ёбаный. Ой, мой сорокотан просто кипит, не знаю. О, боже мой, какая шутка. А! Нахер пошел! Блять, рыгает там за моей спиной, уёбок. Не понимаю, блядь, почему ты не втащишь ему, а? Тинейджер, блядский. Подросток. А может тут суть в том, что надо свечку, короче, ровно держать, чтобы она краи, короче, ну, углы эти, не дергал. Да отъебись! Тебя не хватало тут. Блядь, сзади меня там своими ботинками шаркает. Ботинками 5-го размера, не знаю. Так же пердеть умею. Да отъебись! Я не могу! Отстань от меня, малой! Я тебя прошу, блядь! Я тебя прошу, блядь! Отъебись! Малой, отъебись! Я правда не хочу, чтоб ты меня трогал. Меня же посадят, ну блять, ну за педофилию ко мне тесак нахуй придет, ну малой. Где свечка? Не туши! А! Заебал, не туши! Заебал, ну не ходи сзади меня, ну я тебя прошу, блять. Сука. Я поплачу, можно я поплачу? Я могу бас пока посоздавать так. Да кто там пердит, блин? Все, нет свечек. Поздравляем. Вы ему... Отъебился. Чё, отъебился? Чё я сказал? Я от этой игры уже охуеваю. Все, блядь, в камни уперся. Зарылся в песочек, как сом!
усатый. Да. А, блять! Ёбаный. Я не хочу с тобой разговаривать. Нахер иди. Меня посадит тесак. Скажут, заманил ребенка в лес и ходит тут со свечкой, блять. Натуре, ну. О, да ладно. Да ладно. Я смог. Заткнись нахуй. Фух, чуваки, думаю, на этом закончить уже можно. Я не знаю. Это невозможно, херотень. У меня спички пополнились. Чё это за уёбище? Stay away from here. Да я как бы к херам не собирался подходить. Окей, пацаны, давайте пока, да? Попробую я ещё эту игру записывать, да?